всех на Тебя, Господи, уповает. Ты даешь им пищу во благовремени и отверзаешь и Ты щедрую руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Тебе слава за все во веки. Аминь. Аминь. Так, наблюдение. Ты, Никита, бульдозеристу куда отвез? Домой. Домой, где живет? Да. Я боялся, что ты сейчас туда поедешь, а его там нету. Ну, раз тебя начали, мы сейчас с Володей ходили, там допилили все. Ты по чуркам возьми детей небольшими, перетаскай к себе туда, с улицы. К Щище, мы все вырубили, что могли. Дальше. Судя по всему, там хозяина никакого нету. Смородина заросла. Даже на этих вот, на ямках, которые, так сказать, сделали мы кубы из травы-то, на них-то. И ты мимо ходишь. Утром, вечером, и там заросшая, и участок такой, ну, метра полтора длины, метр ширины, там вообще, ну, минуты нету, все заросшая. С той стороны мы идем, Володя пилит, я говорю, Володя, поставь на пол, залезь, сделай. Я с этой стороны дерну, готово дело. Почему ты такой? Ну, твое, посажено, уже все, уже растет, заросшая, мимо туда-сюда ходит, руку только протяни. Время нет, на это время никакого не надо. Это не заложили в детстве, нет любви к земле. Вот я рассказывал про этого шимпанзе, Бой. Он водитель, руководитель, там, где они там в поте, им сделали особый зоопарк, не зоопарк, а под открытым небом. И он руководит другими обезьянами, но как только ночь, он под дерево становится, вот так по руке положит и стоит, шерсть у него так идет, стекает вода. Все обезьяны лезут, гнезда бьют, там разные ветви сплетают, а он нет. Почему? Они стали спрашивать, откуда он приехал. Оттуда, из Вьетнама, ты отвечают. Он когда был еще грудной, убили мать его, охотники. Они их едят, шимпанзе этих. И он не научен. Вот вы такие без матерей остались. Ну теперь ты же разумом можешь это постигнуть, что раз в году все-таки настоял я, посажено. Ну посмотри, дерево упало там, сады, где у тебя садки-то под окнами-то. И уже не, проходит дня 4, ни разу хоть загляни. Маленько спихни в сторону, она упала. Цветы будут расти. И овощи, и смородина, и все запущено. Ну возьми какую-то там, проскреби, вокруг сделай, чтобы видно было, что там хозяин ямка, она засыхает. Ну можешь же рытвинку сделать, ну ямку туда видно. Кусты, три смородины кусты, ты мог 33 посадить. Ответа-то никакого тут давать не надо. Просто и это ты, если коснется жить где-то когда-то семейно, точно такое все будет завалено. И жена такая же попадется. Все по уши будет заляпано, куча белья не стирована. У нас известны такие. Ты как готовишь себе будущее, как христианин, глянь просто, вокруг крапива, я сейчас обжигаться и начал возле фундамента прям прорастать. Ну, маленько, ну, Володя идет мимо, ну, 10 секунд, не больше, уже 3 куста крапивы вырвал. Мы с тобой договорились, ты мне помогаешь иногда. Я прошел, буквально все везде вырубил эти лопухи. Заставить-то их к этому это нельзя. Я сегодня встречаюсь с сестрами, смотрю. Они вошли в то, что наше есть. Труд их мы облегчить уже не можем. Они вошли в готовый, в чужой этот труд. Мясорубка. Винт, который закручивает, нет мясорубки, винта. Как? Ну помыли его и бросили, и нет винта, ну, который ручка-то вставляется. Володя предлагает просверлить и туда гвоздь загнать. Так и сделали. Просверлили, гвоздь загнали. Это по-русски. Главный лозунг русский, Раша, это что? Забыл, потерял. Два слова главных у нас. Забыл. Двое. С Никитой Володей наказываю. Через день спрашиваю, сделали? Нет. Того спросил, поделился, забыл. Ну вот забыл-то, когда мы шли. Из храма выходят, я говорю, и уже знаю, что он сейчас побежит домой. Отец не расположенный, враждебный. Сыну говорит, ты не убегай, сейчас важно будем говорить, и для вашей семьи это. Ни слова не говоря, бежит домой. Я тогда беру человека и иду домой. Вызови. Мать дома. Вызвали, они к телевизору бегут.
Веры-то никакой нету. Отец разрушил все. Ты почему? Сейчас же, чтобы здесь был. Вот, со ступенек крыса спускается в церкви. Ты сейчас постой, Марейка, тут тебе 5 минут, и услышите. Он как рванул и был. Почему? Отец убежал вон. Я его вызываю через мать. Ты почему убежал? Ну ты знал, я тебе сейчас с крыса, ты сходишь, я сказал, побудь. Забыл. Ну как забыл? Ты когда ты сходишь, вот так на. И забыл. Ступил и забыл. Вы словом забыл, играете, и что? А ничего нету. Пустота и злоба дьявольская. Чисто дьявольская, непрощенность. Забывший, кто он, зачем родился, какие несчастья человека ожидают. Забыл. Это все заснято. И он видит, что снимает камеру. Забыл. Я ему говорю, ты воротник-то не прячь, подбородок туда затягивает, это блатные все. Даже. Ну разогни воротник, волком смотрит. Там благословения не может быть, там только проклятие. Где вера? Какая трудность тебе сказали? Воротник разогни. Ну скажи сейчас, нет. К нам приехала одна девушка. Родители там ее били, как она рассказывает. Я начал узнавать, вижу, тут не послушание. Не. Я говорю, ну-ка пробеги вот здесь, вот, около нашего дома, там на Никитина 137, туда и сюда, пробеги, там метров 20 и назад. Вот стоит. Рядом бабушка стоит. Не ее. Валентина Павловна Конева. Я эту заставляю, ни под каким видом не побежал. Я говорю, ну-ка ты пробеги. Она заковыляла, бабушка туда. Теперь, я говорю, ты мне командуй, пробеги. Ну как? Ну командуй мне, командуй. Пробеги. Я бегом, бегом туда, бегом туда. Ну скажу, было у меня, нет. Шарниры мои не заскрипели. Почему ты не пошла? Я сразу расстался с ней, понял, ничего не будет. Она уже тут и жила у нас, все. Я понял, ничего не будет. Самое элементарное, самое простое, она видит в этом унижение. Унижение. У нас по Тереевке один. Он против, что мы делали дорогу. А они ездили через кладбище. Тут проезда не было. Там колея, две колеи, они туда. Вода все время стоит. Только на тракторе можно было проехать. Они туда бросают кирпичи, кирпичи вдавливаются. И ничего нет. Нет, я нанимаю. И от них денег ни рубля нету. У меня в этом году ушло почти 500 000 в землю зарыл. Ну и когда стали делать, прочищать, а там под дорогой идет в колхозе, когда железную дорогу проводили, и они там, ну, люди-то жили на квартирах здесь, строители-то, железную дорогу проводили. И, видимо, с ними договорились. Я так догадываюсь, как договорились. Вам мясо надо? Надо. У колхоза денег-то и не было. Так, бычка закалите. Руководство знает это все, так, разделите им все. Ну, они тогда там... Сколько? 5 колес приволокли сюда, которые на линии. Сказали, что они развалились, и кто их там под землей искать будет. Тут все так просто делать. Никакого родства и не было. Все вокруг колхозно, все вокруг моей песни поется такая. И они им бычка этого, они привезли кольца, эти кольца заложили. Это кто-то пошла, Нина, похоже. Кольца-то заложили, зарыли. Ну, уже 50 лет стоит, мы стали делать. А там забито, там палки нанесло, илу нанесло, и никак. И Никита, Володя, там бились, я не знаю, ну, несколько дней. Кирками там внутри, она бывает где-то большая, там суженная есть. И никак не продолжишь. И вот этого, когда мужчина этот подошел, я говорю, позовите его сюда, чтобы он посмотрел ее. Я говорю, ты сади вниз посмотри. А зачем я буду сходить? Он в церковь не ходит, никогда ноги не положил. Житель Потеряевки. Ноги не положил, вы его в глаза, может, не видели. А сам по себе добрый человек, безотказный, куда поехать, он может отвезти, нету. Но там весь легион. Я ему это все сказал. Потом мать хотела, чтобы примирились, он мне, ну, попросил прощения, ладно. Я ему говорю, ты сойди вниз и посмотри, как пробили, сколько это. Что я там не видал? Ну, батюшка был, посмотрел, ты посмотри, чтобы ты знал, какой здесь труд делается, и что, ну, это может помочь чем-то. Как он заиграл, вы что, надо мной издеваетесь? Как издеваешься? Мы долбимся, а тебе сказали посмотреть только, ни под каким видом. А вот тихий, спокойный, хороший, а там легион. Как он поднялся, я стал говорить, батюшка даже не верит, да ты что, он такой спокойный. Батюшка,
Ты тронь только где-то. И ты увидишь, может, из тебя такой же полезет. Вы в разной обстановке должны быть. И Бог так делает, что у нас не урожай, украли, беда какая-то, оторвалась, ударила, чтобы испытать, а что у нас будет? Что будет? Вот есть такой рассказ у Льва Николаевича Толстого. Один христианин, богатый, у него овечек много, и он гостям решил показать, какого он мериноса завел. Богатый мужик только может купить такое. А в это время рабы лежат и между собой говорят: хозяин, да чего добрый у нас, христианин, потому что. Бывает, и не так сделаешь, и другой бы тут тебя убил, а он, ну, накажет, все. Ну, и смотри, он как помог, у нас на зиму все есть. А Олеп, его Олеп звать, да, ты ему зло сделал, так из него зло полезет. А так мы ему добро все делаем, чем мы не будем добрым-то? А дьявол слышит и в ладоши хлопает. И дьявол залез на дерево и смотрит. Олеба учит. А Олег думает сам по себе, он такой умный. Ну, его Владимир Ильич звать. И вот он на дереве сидит. А гости приехали. И хозяин говорит: вот этого, посмотрите, вот какой редкой породы. Я его завез из Греции с трудом. А от него теперь хорошая порода идет. А сатана толкнет одного барана другого. Они крутятся. И гости: какой? Какой? Не знаю. Он тогда: Олег, будь дорогой, поймай его. Да потихоньку, чтобы не повредить. Покажи его гостям. Он только ждал. Олег выскочил, упал за него, раз колено ему, через колено ногу переломил барану. Баран заблеял на трех ногах. Гости это видели, а я ахнули. Хозяин остановился, ничего не стал говорить. Стоял, лицо помрачнело. Потом поднял глаза к небу, повернулся и говорит: Олег, самое-самое-самое дорогое у раба что? Свобода. И свободу эту хозяева никогда не дают. Твой хозяин тебя научил так сделать, чтобы я поступил, как ты желаешь. Не будет этого. Мой хозяин победил твоего. Поэтому я дарую тебе свободу. Иди, гуляй, делай, что хочешь. Дьявол зубами заскрежетал, говорит, пал в дерево, и одна дыра только осталась. Лев Толстой пишет. Это очень поучительная рассказа, так показать. То есть дьявол находит своего слугу и начинает портить, вертеть что-то как-то где-то, ну, чтобы как-то нас поссорить. Все время идет это испытание. Один тебе шпильки ставит, другой гвозди вбивает, третий что-то разбивает, роняет, теряет, и у нас все валится. Что делать? Молиться. Вечером, подбивая итог, скажем: Господи, ты победил здесь, и здесь ты победил. Это не означает, что мы не гневаемся. Иисус, написано, воздрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец. И когда спросил, что делать, добро или зло, и они молчали в субботу. Так что я вот сегодня здесь кручусь, я среди вас посмотрел. Сегодня у меня Коля работал хорошо. Я его отделил отдельно, играть ему не с кем, полежки один. И дальнего поленеса, она короткая, и туда, да. Ну что, жалоба на Колю? А? На Колю с Машей жалоба. Ну, выходите оба. Вы выходите, Маня. Мы пока тут с Нестором, да, с Егором дрова таскали туда, к матушке. Да. А они это, Сергей, подожди. А они успели уже тут разодраться. Вот оба. Один, Коля и Маша. Этот в сарайке там дрова складывает, а этот подметает тут в предбаннике. И как-то слепились оба и уже передрались между собой. Вот как началось, не знаю, с чего у них там началось. Одинаково. Один на одного показывает, другой на другого. Этот аж ревет, стоит. Она, говорит, разрушила мое дело. Он даже не слушает, он смотрит, кто кастрюлю тащит, мимо туда. И для него это не существует. Сделать тогда скидку. Твой хозяин, говорит, не победил моего. Но я говорю о последующем периоде, не об этом факте, который есть. А что не поделили-то, Мария? Я сказала Коле, чтобы он вытащил полено. Оно было вот такое. Я ему сказала, что оно слишком толстое, что его надо на... Ну, короче, из-за полена, да? Да. Я могу вам дать полено с собой, везите туда, в Канаду.
целую охапку, мешок положить. И там они не пропустят вас, таможня-то. Подумают, что внутри наркотики заложены. Полено, из-за полена. А если не полено, таскали бы вы там арбузы, из-за арбуза бы спорили. А ему разницы нет, дьяволу. Ты должна быть послушанием, он мужчина. И драться с ним нельзя. Он худенький, тощенький, но он тебя одолеет. Ты думаешь, он тебя не поборет? Да мы нападем на мягкую траву, у нас специально борется, кто с кем хочет. И Коля тебя может одолеть. Так что ты имей почтение. Не гляди, что он такой смуглый, то другой. А он сильный. Я вот сегодня туда, он залез, я вот поддержал маленько, и дальнюю поленницу из этой клади туда. И он может, они вот так вот поленья-то у него. Ну вот, вот упадут. Я говорю, их надо вот так. Он долго не думает, подпер их туда, под них подсунул. Ну, тема есть. И он, чтобы она не упала. Теперь вторую поленницу выкладывает. Ты уже полстал, ложите. Завтра продолжишь. После обеда у нас работы нету. Ну, Мария там что-то делала. Так, ну, вроде перебирала, так? Ты маловато переделала. Что у нее там? Ну-ка. Дай бумажку, где она? 155. Давай 200. Бумажку, где она? Давай, где она? Уже спрятали. Вот они работали, а счет дали, посчитали, сколько картошин собрали, оторвали росков. Нестор 400, чемпион. Маша, это, наверное, ты, да? 255. Егор, наверное, второй, да? 235, меньше Маши. А как же так? 20 всего. А ну-ка иди сюда. Выходи. Ну-ка стань рядом с Машей. Ты выше ее роста, наверное. Ну, да. А что так? А ты баловался, я видел, да? Или на Машу засмотрелся. Лиза позже пришла 105, Фрося 50 и Коля 34. Но они временные. Ну, безусловно, Маша, если бы Нестор не был здесь, была бы на первом месте. 400-255. Вот. Если сложить тебя вместе с Лизой, то еще не набирается Нестор. Положи. Видите, Катя, сколько картошин они делали. Проверить недолго, они считать умеют. Восстановись. А что ты, Егор, так подвел? Нельзя так, нельзя. Потому что не думаешь, что она не смотрит, Маша. Она тоже что-то понимает. Скажет, так, парень, хоть куда. А, меньше меня сделал. Остановись. Давай, Коля, в следующий раз куда пойдешь доделывать. Забыл и потерял, становитесь. Вот эти главные нехорошие как-то девизы или как. Одна девушка, черная, как ну, арабка, и беседует по телевидению, по этому, с Дмитрием Смирновым, может, кто видел. И он спрашивает, как. А она принадлежала к знатному роду. И там у них революция случилась, они убивают тогда всех детей. Но они через советское посольство переправили сюда Тане. Дали имя Тане, она выучилась и с ним разговаривает. Я говорю, на русский, я-то не русская, говорит, там она, кто она, я не знаю, называет, какая нация из Вьетнама или где. Но я, говорит, всегда удивляюсь, русский народ, он не такой, как народ. Ему пропадает, зарастает травой, как Никите, нужды никакой нету. Ему нужна рука всегда твердая. Все заросшее, все пропащее, лежит, еще и песни поют и улыбаются. Все заросшее. Ну вот нашелся крутой хозяин, палку взял, огрел его, он соскочил, начинает делать за троих. Она все это подметила, и все это в интернете все показано. И она правильно сделала это. Но мне русский народ очень близок, говорит. А я в Америке был, еще сравнивать Америка, но мне домой охота была. Вот эта чистота, где-то зализанность. Что толку, мы едем по Германии. Чистота. Ну, в лес даже одного шага нельзя шагнуть, везде забор. А у нас, ну, в лес зайти, ну, можешь через свалку там перелезешь где-то, но метров через 50 уже свалки нету, там не могут машины пройти, там ягоды можешь найти, грибы. А я нигде там не могу. Мне что, чистота-то глядеть? Озеро не пройти. А у нас ты приезжай в нашем, хоть на втором, первом, хоть на первом купайся, на втором, где хочешь. И нет, я домой. Я в Москве с одним разговаривал, с одной девушкой, а она слушала, тут русский гид был, рассказывает, англичанка-то. И с ней разговорились, и они, а он православный, и она приняла православие, и из Англии переехала сюда.
ну, придет время, там, год-два, она поехала домой. Приехала и говорит, я отвыкла от этого порядка, вот мне русский беспорядок. Я сначала глядела, бревно лежит перед окном, крапива растет, почему не убрать? Я сейчас поняла, это по-своему красиво, лишнее время не тратится. Бревно это так и так, с ними ее еще семья бороться. Я выросла в Англии, щепотная такая, а тут я, ну, она все это растеряла уже. И вот мне никто не скажет, что крапива, вот она растет ветла, вчера я взял нож, тесак такой, ну как мачете там, вот, а тут две ветки, я смотрю, где вы ходите. И мне никто ничего не скажет, там в Германии так, они машины едут, так, окна не покрашены. Улица Марии Лапкиной, 14, не покрашенная. Проехали, на завтра квиток пришел, у вас окна не покрашенные, шиферина сорвана, не подоткнутая. Они отвечают, да мы старики, мы знаем. Выписывают счет, 15 тысяч заплатите, бригада приедет, все сделает, все будет сделано. А у нас никакой нужды нету, лишь бы только на голову не капало. Вот русский человек, чем на выезда небось, и этим он, ну, кажется, держится. Почему Лев Толстой говорит, ты только не трожь этого человека, но когда он поднимет бунт, он берет дубину и гвоздает до тех пор, пока уже от головы ничего нету. Этим начинается война и мир. Садимся за стол. Игнатий Тихонович, а? Я хотела спросить у Никиты, вот вы вчера спрашивали у меня, где бутылка, значит, где ваш обед? Значит, обед выложен, а бутылка из-под кваса у Никиты осталась. То есть он первый раз не привез, второй раз не привез. Так, Никита, вот спрашивайте у Никиты, где. Я вчера эту бутылку в холодильнике нашел, она стояла прямо. Вторую бутылку коричневую я тебе дала из-под кваса, где? Ты куда ее зажирил? Нигде, я там все оставляю. Этому бутылку квасу не давать. Он отказался, никогда не надо. Только не изобретай ничего. Четко по программе. Мне назначено, мне отдай. Ну, вчера привез ему, пил. Я не знаю, где бутылка, надо с ним спрашивать. Ты ее лично должен был передать, она передала сюда. Он сказал, что бутылку отдал. То есть он не продал ее. И бутылку ты не давал. Сказал, что отдал бутылку. Бутылку не давал? Давал. А зачем? Пить. Ну, понятно, что не к небу подбрасывать бутылку-то. Пить. Тебе велели это? Никаких препятствий не было. Он отказался, не надо, я сказал, ему больше не давать. Не надо, так не надо, больше не будет ему, откуда я знал. Никита, я сказал, ты слышал, я сказал, квасу ему не давать. Ты слышал. А зачем ты на поперек пошел? Сейчас услышал, тогда я такого не слышал. Мне положили квас, сумку, я отвез ему квас. Ну, значит, на туда ты отдал туда, что ты правильно сделал? Нет, вы тут обедали, а квас был другой. Не пробивной, ничего. С этим ты и скопыльнешься. Тебе не ужиться ни с кем. Самое простенькое, бутылка одна, ты ума уже не дашь. Двум свиням корм не раз. Какая-то собака краснопегая бегала с ошейником. Ты не знаешь, не твоя? Вот здесь пробежала, видно, с ошейником. Довольно большая. Никита, ты не прав. Когда Лихачев с этим спорили, там, он говорил, что Егор, ты не прав. Писали. Он говорит, что квас лежал в той сумке, которая... А? Квас лежал в той сумке, в которой предназначалась трактористу. Ну, ты она... кто положил-то в сумку-то? Никто не мог положить, ты переложил-то. Лежал в той сумке. Эти годы отдельно, они мою бутылку не могли взять и к нему положить. Это ты сделал только ты. А на это ссылаешься, на глупость свою. Все, за стол. Никогда больше этого не делай. Он отказался и все на этом. Вот себе делать по-своему. Нам зачем позор принимать? Если выполнять будешь, что говорит, то я маленький получше. Вам чай, капот, молоко, чай. Блин. Вас. Еще мне дают, я разумею, чай с молоком.